Добрый день, мои гости и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами будем открывать, начинать новый процесс. А процесс это юбочка для девочки 11 лет. Ну, вот такой вот. Вот такая юбочка, вот такой процесс. Сейчас я вам расскажу, из чего я ее вяжу. Вяжу я ее из детской новинка от Пихорки, детская серия. Это 100% высокообъемный акрил в 50 граммах, всего лишь 200 метров. Рекомендуется вязать спицами номер 3. Цвет это этих ниточек джинсовый, номер 1840, если правильно называю номер, или вот номер 255 или 1840. Девочки, подскажите, где правильно номер. Я всегда думаю, что 1840. Вот, ну что, расскажем, как мы начинали ее вязать. Давай расскажем. А начинали мы ее вязать круговыми спицами. Троечка спицы у нас. Набирали мы 140 петель. Провязали резиночкой один к одному. Одна лицевая, одна изнаночная. 6 петель. Ой, 6 рядочков. 6 рядочков провязали. Перешли на лицевую. Лицевое вязание, лицевое полотно. Ну, когда мы провязали резиночку, нам же надо добавить петельки. Мы решили провязать 3 ряда без добавления, а в четвертом ряду мы добавили через каждые 10 петель по одной петелечке, а добавляли мы из предыдущего ряда петли дольки предыдущего ряда, вот отсюда. Провязав так еще 4 сантиметра лицевой гладью, мы еще раз сделали добавку, но только мы уже добавляли через каждые 14 петель, чтобы у нас все-таки полотно, то юбка не висела туда-сюда, а была наподобие как юбка карандаш. Но чтобы наша юбочка была такая грустная, мы решили ее развеселить. И с заказчицей мы договорились, что сделаем с одной стороны косичку. Это обыкновенная коса, которая вывязывается из 15, 12, 9, 6 петель. Кому как удобно. Перевитие. Перевитие я делаю через каждых 6 рядочков. То есть вот сейчас рядочку провяжу лицевой, по кругу делаю перевитие. И чтобы наша косичка отличалась от нашего основного полотна, мы по бокам нашей косы сделали по 3 изнаночные петли. Вот это вот такая моя юбочка. Вот так вот мы с ней обговаривали. Вот будем так вязать нашу юбочку в длину 35 сантиметров. После того, как мы провяжем 35 сантиметров, мы сделаем еще один раз добавочку через каждых 14 петель. Вот видите, по одной петли добавим. И чтобы наша юбочка, потому что свойственно лицевой гладью, когда вяжешь, полотно всегда закручивается, да? Все-таки, чтобы эта юбочка не закручивалась, мы с нашей заказчицей договорились провязать, как правильно сказать, обычными, вот, как поворотными рядами. То есть вот в одну сторону будем лицевым вязать, когда второй крутку мы начнем, мы просто изнаночной провяжем. Так мы будем с ней вязать 5 сантиметров. И на вот этих 5 сантиметров мы со стороны спинки и нашей юбочки, сзади юбочки, нам нужно сделать
разрезончик, чтобы юбочка была красивая, модная. Эту юбочку будут носить в школу. Вот. Это спица для перевития нашей косы. Вот такой у нас вот процесс. Здесь потом мы запланировали какой-нибудь украшенница, типа как имитации пояса сделать. Может быть, вот здесь вот провяжем с ней потом как бант какой-нибудь. Или как имитацию пояса что-нибудь придумаем с ней. Ну вот, вот такой вот у меня процесс, девочки. На этом мы с вами прощаемся. Всем говорим спасибо за то, что вы нас смотрите, за то, что к нам в гости заходите. Не забывайте ставить обязательно пальчик вверх, нажимать на колокольчик. Всем нашим вязальщицам, мальчикам и девочкам ровных петелек. До новых встреч. Они обязательно будут. Пока-пока.